Всем привет, вы находитесь на канале Hard Reset Info, и в этом видео я покажу, как настроить чувствительность камеры по вертикали в игре Genshin Impact. Для того, чтобы это сделать, заходим на верхний значок. Настройки. И во второй вкладке настраиваем, как нам удобно. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.